pirkti gerą, nes nuolaidos batams didelės. Nuolaidos NS King nuolaidos. Итак, можем видеть, что прошло 12 часов. Конечно же, это нарушение технологии, потому что приступать к поклейке ламината или линолеума, или любого другого покрытия можно спустя только трое суток. И надо бы еще 12 часов. Но, увы, через 12 часов весь интерьер должен быть закончен. Поэтому мы сейчас приступим на такой пол. Но опыт говорит, что этот пол может высыхать вместе уже с покрытием, ну, какое-то время. Хотя в нашем случае это катастрофа. Почему? У нас внизу кафель, сверху ПВЦ. То есть влаги фактически некуда выходить, нет никакого испарения. И цикл высыхания такой может быть неделями. Но, тем не менее, тысячу раз мы уже так делали. И всегда торговый центр открывался довольно успешно. Никаких проблем у нас с гарантийным обязательством потом не возникало. Поэтому эта технология обкатана, и мы придерживаемся именно ее. Ну вот, в принципе, мы начали первую дорожку. Начинаем мы от ровного угла, от 90 градусов. То есть, наверное, были определены в этом помещении. Есть один единственный угол, который ровно 90 градусов. И четко идем по нему, по параллельной этой стеночке. Предварительно намазываем клеем на прогрунтованную поверхность. Ну, как ложится клей? Еще замечательно ложится. Да? Да. Потому что грунт, все хорошо. Понятно, не оставляя совершенно следов, подрезочка четкая у нас, да? Да. Как вообще сам материал режется? Прекрасно режется ножом. Третий час ночи. Игрушка хорошо и наше покрытие. Хочу рассказать вам про него. Это как бы новое эмульсионное покрытие, но новое я называю с натяжечкой, потому что мы уже 7-й год. Это производитель Таркет. ПВХ для русских, для всех остальных ПВЦ. То есть фактически это верхняя часть ламинированных паркетов. Вот. Чем хороша эта штука? Отличная вещь для тех, у кого есть частные дома. Есть у нее, допустим, дом и первый пол. Пол первого этажа подогреваемый. Вот его ложишь, у него отличная теплопроводимость, а сверху он выглядит как паркет. Вот. То есть он имеет свое теснение, структуру, любых цветов, любых оттенок, включая для того, что можно туда любую фотографию, там, дельфина, человека, кого угодно. Чем интересна именно модель Таркета, тем, что у него кантик, рисочка сбоку. То есть у всех остальных он был по 90 градусов, и поэтому, когда наклеиваешь такого идеального пола, чтобы он прям до микрона и миллиметра был, не существовало. И всегда он так немножечко стирался, туда попадала грязь. А вот эта вот кромочка дает необходимый эффект как бы идеального пола. Когда его вместе складываешь, он получается просто превосходный. Мы можем посмотреть, как ребята его ложат. Это Максим, он уже не спал вторую ночь. Макс, посмотри в камеру. У него глаза красные, как у зомби. Макс, вот. Вау, видите? Это литр кофе и две неспавные ночи. Вот Вавасик. Вавас, посмотри в камеру. Да. Выспался, сегодня спал ночью, да? Ну, днем. Ночью нет. Он сегодня спал днем. И вот смотрим, как это выглядит. В общем, мы его ложим каким образом? Поскольку у нас большая площадь, то мы не согласно технологии на 50% зарезаем, а на 35%. Во-первых, это требование нашего дизайнера. Во-вторых, требование заказчика, чтобы более-менее оптимизировать. Вот наш налитый пол. Саша, покажи, как он выглядит в конце. Красава. То есть, если мы берем наш интерьер, а у нас 124 квадрата, рабочая площадь торгового зала, то, конечно, основное, что у нас есть, это пол и потолок. Потолочек у нас заканчивает дюймер. Дюймер у нас вообще самый свежий сегодня. Знаете, у него только первая ночь, которую не спит, поэтому он из нас самый бодрый. Вот, и что, нам осталось буквально, ну, часов, наверное, 12. Под утро придет Рома Маляр, докрасит все, и мы будем сдавать помещение мебельщикам.